Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия, и сегодня я для вас подготовил кое-что просто мозговыносящее. Это! И таких палетов еще много. Все это потерянные посылки с Алиэкспресс. Да, на полном серьезе. И сегодня мы одну такую палету распакуем и посмотрим, что там внутри. А самое главное, теперь появилась возможность мне, нам, вам, всем покупать вот такие палеты, целиком и полностью наполненные потерянными посылками. Ну хватит болтать, давайте посмотрим, что там внутри. Ребят, на самом деле, действительно, никто не знает, что внутри этих палетов. Мы только знаем, что там товары с Алиэкспресс. Это может быть что угодно, электроника, одежда, какие-то ходовые товары, и вы все это тоже сможете перепродавать. Поэтому, если вы тоже хотите купить такой сюрприз-бокс, в котором может лежать что угодно, и испытать свою удачу, то обращайтесь по контактам в описании, пишите там в Telegram, и вам тоже продадут такой вот точно палет, который мы распаковываем. Выбрали мы с Пашей вот такой палет. Паша главпочтамп, у него есть свой канал на YouTube, можете по ссылочке в описании, кстати говоря, перейти, обязательно подписаться. Ты в этом деле эксперт, да? Столько, конечно. Сколько уже распаковал этих палетов, посылок. Там я офигел, ребята. У нас есть группа ВКонтакте, можете перейти. Я там снимал, как Паша вскрывает эти, короче, склады. Обязательно посмотрите. И у Паши таких посылок, таких палетов очень много на его канале, да? Миллион. И сегодня мы еще вдобавочек распакуем и посмотрим. Но сколько же, получается, мы заплатили вот за такую одну палету? Купили мы ее за 150 тысяч рублей, между прочим. Короче, бабки мы заплатили с Пашей немалые. Давайте приступим к распаковке и узнаем, сможем ли мы сегодня окупиться. Ребята, на полном серьезе, вот такие палеты, и мы не в курсе, что там внутри. Там могут быть всякие разные товары, которые были когда-то, лежали на складах Алиэкспресс. Выбрали мы под номером 13 почему-то палету. Смотри-ка, тут вот сверху, да, они лежат, а снизу еще какой-то отдельный вот этот отсек. Сейчас главное, когда... О, там большие коробки! Смотри, какие там огромные коробки! Офигеть! Воу. Большие коробки, на самом деле, не факт, что это идеально, потому что бывает, маленькую детальку нашел, и она самая крутая, она самая замечательная. Не знаю, Попадается даже серебро. Да ну? Да, поэтому и украшения. Прикольно. Главное, может, золотишко тоже попадется сегодня. Но по моему опыту, чем больше посылка, тем она дороже. Офигеть, а здесь прям... Слушай, ну давай, короче... Офигеть, оператор, снимай сверху, это же просто жесть. Это просто кайф какой-то. Оператор, сними сбоку, здесь тоже жесть. И что с ними всеми делать? Распаковывать! А потом перепродавать, чтобы смотреть, как мы смогли заработать. Давай середины возьмем как-нибудь оттуда. Но, кстати говоря, столько посылок нам, наверное, ни к чему. То есть стопудово что-то мы раздадим нашим подписчикам, стопудово мы кому-то подарим. Куда нам это все девать, конечно, раздадим. У Паши целый склад этих посылок. Да. Если кому-то что-то надо, короче, в комментариях пишите, и спокойно мы это вам отдадим. Так, ну что, первая посылка подоспела. Мы одинаковые взяли, да, с тобой сразу? Да, давай. Ну ты что там одного разрезал, никому не показывает? Так, смотрим. Это что, это ручки? Что это? А, это эти рукава кулинарные, а нет? Нет, это насадки для кулинарных этих изделий. Да. Вот. Ну сколько такая штука рублей 200 стоит? Это не серьезно. Нет, такой набор, я думаю, рублей 500-600 стоит. О, смотри, у меня такой же, только с другой этикеткой. 500-600. Как так мы умудрились одно и то же достать? 500-600 рублей такая штука стоит. А их уже две у нас. Так, ну давай, что? Да, раз. Давай дальше поедем. Смотрите, сколько тут одинаковых посылок. Ну вот, я не знаю, одинаковые ли они по факту, но вот эти вот палетики. Броняй. Вот их, смотри, сколько. Опа. Это вот. Еще не все. И, возможно, они не одинаковые, а разные цвета. Поэтому а давайте что это такое? Посмотрим. О, что такое? Я думаю, это... Светильник какой-то. Потому что... Вот тут написано Arc BBQ Lighter. А, это зажигалка! Это зажигалка. Да-да, стопудово это зажигалка. Ой, еще какая-то... Смотрите, ребята, она электрическая. Офигеть, жесть какая. Так, ну, а для чего? Как думаешь, для чего это? Это прикуривать сигареты.
А может газ поджигать, когда можно, у тебя... Можно, да, все что угодно разводить. Когда у тебя хлам в квартире, чтобы подлезть и поджечь плиту. Ну, слушай, это, между прочим, ходовая штука. Не, прикольно. Она, да, абсолютно. Я первый раз такое вижу. Так ты посмотри, сколько их здесь, и каждая, ну, рублей по 100, не меньше. Да, больше, ну, рублей 2400, ну, 1500. Не-не-не, стопудово нет. Я думаю, стопудово, они улетят, если их выставлять рублей по 100. Ну, 250. 250. Ну, 250, она вон какая крутая. То есть вот сейчас в моих руках косарь стопудово. И их тут целая куча этих зажигалок. Просто неимоверное количество. Да, давай-ка мы сразу вот. Их отмоем. Их давай откладывай, мы поняли, что там внутри. И посчитайте, сколько. Да, и посчитаем. А здесь, вот смотри, я достал еще такую коробку. Она отличается от других. Ну, нормально, нормально. Там потом надо проверять. Так, что там? Мы считаем, вот эти, мы ведем подсчет, вот эти мы выбрали по 500 рублей, то есть это косарь. Сейчас посчитаем, сколько у нас зажигалок и узнаем, сколько здесь. Кстати говоря, смотрите обязательно ролик до конца, чтобы узнать, окупились мы или нет, потому что, ну, палета не дешевая, и как бы нужно понимать вообще, сколько это может. Ну и кому что надо. Да. Если не надо, продадим. Outdoor Travel Glass Control. Короче, какой-то, какая-то кружка. Ну просто кружка. Это не просто кружка, подожди, какая просто кружка. А что это? Это, скорее всего, кружка. Это кружка. Здесь какие-то салфетки, какие-то фильтра. Офигеть, смотри, с чехлом. Какой чехол. Это кружка с чехлом. О, вау. Плотная. Какая, покажи. А, это чай, короче, делать, наверное, smart bottle. Не, короче... Надо... Ну, она рублей 600, я вам говорю. 600 ну, да, рублей. Какая-то интересная. Ну, короче, если переводить с английского, то это типа кружка для путешествий. И, вот так вот. Только что она контролирует, я не понял. Ну вот, сюда типа чай закладываешь, сюда водичку и все, вообще ништяк. 4, 36, 38, 40, 42, 43 получается. Ну, если не считать открытую, то это 42. 42 на сколько мы? Ну, ну решили по 250. Ну, получается 10 500. Только мы на 10. Хорошо идем к окупу, потому что это только начало. А тут еще вот сколько всякого барахла. Ты смотри-ка, что это такое? Flexible Tab Black Bracket. Это, судя по всему, ну, как бы, знаешь, подставка для планшета или смартфона. Да. Вот, типа, это на кровать удобно, сериал так. Бам-бам-бам. Ну такая штука косарь стоит по-любому. А теперь она... смотри, что еще несколько позиций. Сейчас мы это все посмотрим. Давай, давай. Подожди, давай сосчитаем. Я думаю, 1000 рублей честная цена за эту штуку. Так. А что это такое? Скорее всего, это пригодится нашему оператору. Что это? Или что это? Наручники для крыс. Ну, нужно гадать теперь. Какая-то палка. Эбонитовая палочка. А вон тут же Horizontal Exation. А, я понял, короче. Это такая штука, типа ты ее на велик цепляешь, и что-то можешь на велик еще цепануть. Типа, скажем так, аксессуар для велосипеда это. О, у тебя искусственный интеллект тут работает вовсю, да? Эх, только, не справляется. Только не справляется. Да не, я тебе говорю, это, короче, ставится на велик. Эта штука ставится на велосипед. То есть вот это идет к раме, потом это переходная трубочка, и вот еще, типа, что-то, чтобы вот удобно можно было поставить, планшет закрепить или еще какой-то девайс. Это аксессуар для велика, но стоит он, думаю, рублей 100, если честно. Такой дешевый аксессуар. Не, ну где ты за 100 рублей в магазине найдешь такой аксессуар? Ну, давай поставим, ну, 200 рублей. Ну, хотя бы, да. Ну, давай 200. Давай 200. Рублей. И считаем. 8, 9, 10. 10? 10 штук. Это 2000 рублей. Уже нормально. Так, я все-таки меня не отпускает желание распаковывать большие коробки. Я люблю большие коробки. Поэтому я сейчас возьму и посмотрю, что тут у нас. Ох, ребята, вы не представляете, какое удовольствие я испытываю, когда распаковываю посылку. Посылки. Ставьте лайки, если вам тоже нравится смотреть на распаковки или распаковывать самому. Паша, а что ты думаешь приятнее, смотреть на YouTube распаковки или распаковывать их самому? Ой, знаешь, мне очень приятно распаковывать самому, но я и также люблю и посмотреть, что же распаковывают другие люди. Поэтому так, это...
Рубрика очень интересная. Смотри. Так. Ого. Ого. Какой-то блатной чемодан. Так. Это типа... Это типа пустой он. Ну и что? Это такие штуки, смотри, это, короче, для Nintendo Switch. Сюда, типа, геймеры закидывают свои... Приблуды. Приблуды, да. Ну, игровые приставки имеется в виду и девайсы для нее. И вот тут еще для зарядки. Эти штуки не дешевые. Такая 1003 может стоить. Я думаю, это... Ну, чтобы оригинальные не покупать, да? Там да. 10 тысяч. Делают такие. Да. Ну, давай за... Ну, за две тысячи, нет? Думаешь? Ну, думаю, две. Ну, за две она просто улетит. Я тебе говорю, оригинал такой стоит 1010. Тогда три. И я так понял, этих штук у нас здесь тоже... А, я нашел первая вещь. Эта вещь, на самом деле, очень интересная. Кстати говоря, вы заметили? Посмотрите на Пашу, он чисто пацан с Алиэкспресс. Да, я люблю, обожаю шмотки, есть прям очень хорошие. Давайте посмотрим. Ну, много женского, конечно, вот мужского бы почаще. Так у тебя всегда есть что там своей жене или девушке подарить? О, юбка! Ну вот еще что-то там. Какие-то клоунские панталоны, если честно. Что это такое? Так оно... Ну, это клоунские... Может, это для беременных, чтобы на живот вот так цеплять? Юбка для беременных. Ладно, я не в курсах. Я говорю то, что я нашел здесь еще большие коробки. Ну давай, ценник у нее будет 600 рублей. Ну, вещь обычно, 600. Я не знаю, 500, сколько она может стоить. 500 хорошо. Рублей, 500. Портфельчик, скорее всего, туристический. О-о-о. Гляньте, не, они нормально. Это вообще хорошая тема. Бери, купишь? У меня, знаешь, сколько ты? Я сам тот еще маньяк с Алиэкспресса, на самом деле. Да, нормально. Две. 2000 рублей. 2000 рублей. Смотри, я нашел что-то увесистое. Такую мы еще не распаковывали. Вот, смотри-ка. У нас так стола не хватит, кстати говоря. Вот такую штуку. Она просто мне понравилась, потому что она увесистая. Так. Ой, здесь это коцнул. Ну и пофиг. Молоток? Серьезно? Молоток с Алиэкспресс. Он, блин, еще такой маленький. Так это наоборот, это крутые молотки на самом деле. Да ты что? Алло. Реально? Это крутой молоток? Да. Ну, неудобно работать, ты что? И сколько такое может стоить? Нет, рабочие, которые, у них есть такие сумочки, эти маленькие молоточки, они у них висят, и очень удобно работать. Это да, это в карман положил молоток, у тебя всегда с собой там. Так, причем это для защиты, да. Я сейчас найду тоже, чем защититься. Сколько такой молоток будет стоить, а? RSX. Я тоже думаю 500. Это какой косарь? Ну, молоток с Алиэкспресса, камон, 500 рублей это честный прайс. Короче, я занялся раскопками и решил вот сразу же отсмотреть и отсортировать, сколько вот этих маленьких. Я их сейчас все найду, но пока я рылся, вот я, получается, нашел три такие. Ну, вы видели, да, она точно так же запакована, это вот это, смотри. Вот, их тут три штуки. То есть у нас вот только вот этого добра на 9000 рублей. Капец, на самом деле вот... Часто люди охотятся за айфонами, за всем вот этой штукой, а вот, ну, понимаешь, оно в мелочах. Вот вся эта мелочь, оно вообще окупается и уходит. На самом деле, ну, согласитесь, кто может позволить купить себе айфон за 100 тысяч там или больше? Не так много. А мелочевку каждый может позволить, и всем что-то кому-то надо дарить. Всем хочется что-то покупать. Так, вроде бы я отковырял все вот эти мини-пакетики. Посмотри, сколько их тут у нас получилось. И давай мы их сейчас распакуем и узнаем, наконец-таки, что в них спрятано. Так. Чего? О, это умный замок! Офигеть! Это замок с этим... Да они по косарю стоят, слышишь? Это замок с отпечатком пальца! Офигеть! Это вообще топовая тема. Я, правда, не знаю, их, короче, их надо заряжать, насколько я видел. Вот, то есть это микро-USB, он заряжается и... И как-то я не умею им пользоваться, как-то его надо активировать. Тут, наверное, все написано для дурачков. Но это замок с отпечатком пальца, вот он. И замков таких 16 штук и по 500 рублей они. Ну давай, да, по 500, по косарю я загнул, по 500 будет. По 500 честно. Рублей, значит. Значит, я уже подглянул, что здесь находится. Это у нас удочка, и они очень крутые на самом деле, удочки. Вот посмотри, какая она. Посмотри, сейчас я вам выглядит покажу. Странно. Она это сборная. Это спиннинг, да. Слушай, такая штука не дешевая.
Я думаю, что да. Ну, сейчас посмотрим. Можем собрать и посмотреть, что это. Ну, понятно, удочка и удочка. Угу. А сколько она может стоить, такая удочка? Я думаю, где-то, ну, давай за 3 хотя бы. Ну, я не эксперт, если, типа, да, наверное. А, ну, вот сюда, типа, катушка. Это именно сам спиннинг, короче, да? Угу. Ну, да, такая интересная конструкция, длинная получается. Еще сколько ты таких нашел? Одну? Одна. Ну, давай прибавим 3500. 3500. Мне почему-то вот эти вот очень сильно манят. Вот эти две коробочки, они и по весу нормально. Давайте посмотрим. Мы углубляемся. Да, внутрь. Так, сейчас быстренько мы их... Раз. Это набор для татуировщика. Офигеть, это же капец как дорого! Это же вообще капец как дорого! Что это? Да это тату-машинка, ты чё, тату-машинка с красками, совсем просто ready-made kit. Офигеть, давай тебе что-нибудь на лице набьем. Давай! Это десятка денег, ребята. Это, ну ладно, может быть. Не, давай, давай. Да, это китайщина, окей. Китайщина, дадим ей ценник, ну, 5000, за 5000. Это честно. Это все-таки ходит. Ну давай 5500, вот эти поворачиваются еще. Крутится. Базар. 5500 ставь. Смотри, она еще какая-то блатная, стимпанк, короче. Тут, не, короче, она крутая, да, на самом да, деле. Да, здесь все есть, короче, прям все есть, чтобы начать татуировать. А это что такое? Тоже отсюда? А это отсюда? А это то же самое. А, вот иголки, иглы. Слышишь, таких и здесь две. Комплекты. Да-да-да, их две. То две. Есть на два умножаем это дело. Офигеть, офигеть. Вот это ты нормальный вариант. Я говорю, чувствую. Он уже эксперт в натуре. Я погоняла, как Паша, главпочтамп? Главпочтамп, да, главпочтамп. Потому что у него уже просто немерено посылок. У нас еще одна удочка. Да, ты уже знаешь, как они выглядят. А, да, вот, у нас три, сколько, три, за 3000 мы их выставляли, да? 3500. 3500, еще три за 3500. И еще один замок. Я уже тоже опыта набираюсь, но я сразу же чувствую, понимаю. А это что такое? Смотри. Какая-то такая плоская, странная, как будто тарелка, знаешь? Интересно. Как будто упаковано. Ой. Что это? Какой-то уплотнитель, что ли? Ну, что-то, может, для провод... Что-то непонятненько. Ну, давай 100 рублей. То, что мы не будем знать, примерно будем по 100 рублей. Ну, ребят, напишите в комментариях, что это такое. Может быть, вы знаете. Похоже на какой-то изолятор или что-то такое. Ну, да, 100 рублей. По весу, ну, я думаю, по весу на косарь. По весу на... То есть уже по весу, да, мы это... О. Такс. Такс. Ну сколько у нас тут посылок? Больше 100 получается. Да, больше 100 однозначно. Офигеть. Так, какой-то кейс, это уже, да, на косарь. Хоть бы не пустой, хоть бы не пустой. Не, он по весу не пустой. Он не пустой по весу. О, что-то для строительства. О, это лазерный уровень. Лазерный уровень. Недешевая штука. Недешевая. 5, однозначно 5000, он не меньше стоит. Ну хотя, нет, это нормально. Думаешь? Надо смотреть тут. Ну, надо смотреть. Ну, давай тогда, ну, по минимуму. Такой пластик, как бы. Ну, 4 минимум стоит. Он включается, интересно? Может, он заряженный приходит? Вот тут, он off. Подпишите, думаю, если нужно... вы знаете точную цену, в комментариях, да, оставляйте, вот нас, пишите. Тут вот бренд, как бы. Ну, сколько ты ему даешь? 3500. Хорошо. Ну нет, да он больше стоит однозначно, больше. Да, бывают разные, знаешь, бывают вообще ни о чем, а бывают профессиональные. Вот, ну. Я смотри, вот видишь, я вот его не могу, например, закрыть вот здесь вот. А это так и должно быть, по сути? Чувствую, вот в этой коробочке-то у нас и ждет самое главное. Потому что она по весу, 1020. Children's soft? Вот. А как переводится, что значит? Да что-то, нет, типа... это 100% какая-нибудь стеллаж, я не знаю. Ну да, типа детское крепление или крепление. Что-то такое. А, это детский ограничитель. Типа, чтобы дети не выбегали из кроватки или из этих... А, это чтобы дети не плакали, скорее всего. Вот, я нашел, короче, еще, походу, какую-то штуку за сотку. Она весит много, но непонятно, что это за рулон. Скорее всего, это пакеты для мусора. О, нет. Это тебе шампунь, Паш. О, наконец-то, хоть голову начну мыть. Так, смотри. Нет, подожди, ну...
А, нам подсказывают, что это не шампунь. Это что-то смазывать, какие-то детали. Ну, людей тут написано. А, смазывать. А, люди мажутся, что-то такое, да? Ну, что там мажут. Ну, что-то мажут, да. Что там мажут. Поэтому... Ну, тебе тоже пригодится. А что, голову нельзя мыть? Не стоит, слишком проходить будет. Слушай, смотри, тут целая коробка каких-то приколёк и ништяк. Давай посмотрим её. Это что-то другое. Давай вот эти откроем одну и посчитаем, сколько у нас их штук. А почему ты думаешь, что это что-то другое? Вот они все такие. Нет, вот это было, вот это одна другая. А, да, она отличается. А так-то они все такие. Ну, тут есть серая и светло-серая. Да, давай. Главная проблема таких съемок – это постоянно теряешь нож. Надо не забывать, сколько это стоит все. А сколько, ну... Сколько шампунь стоит? Шампунь, ну, давай... шампунь Паша себе заберет. Я думаю, что это рублей 500, потому что зайди в аптеку, вот это для смазки для людей продают. Ну, сколько они там? Ну, 500 рублей минимум. Ну, тебе виднее, Паша. Да. Ну, вот, слушай, а про это мы тоже, пацаны, не подумали. А сколько эти ограничения могут стоить? Ну, 1000 минимум, 2. Нет, это, давай это полторы тысячи. Ну, полторы давай, тысячи, да, полторы, но потому для что детей это... обычно все дороже стоит. Да. Опа. А это очки. Нормально, слушай. О, вообще пойдет. Каждые очки по 500 рублей стопудово залетят. Наверное. Вот, да это вообще кайфовые очки. Это для, знаешь, водителей, наверное. Это да, это для велосипедистов, для водителей. У нас свет умер. Ну и ладно, нафиг он нужен. Ну такие нормальные, что? Они вообще обычно дорогие, но вот тут такой бюджетный вариант. Ну давай посчитаем. Пехота, пехота. За 350. Пехота. Чуваки, 350. Где такие видел за 350? Это реально? 500, 500, 500. Да 100 долларов, 500, да ты че, давай потрогай их. Они хлипкие, 500 рублей. Давайте считать, сколько их тут. Я их пересчитал, здесь 25 пар очков, и они, мы решили, по 500 рублей стоят. Это 12500 у меня вот здесь вот в руках, целая коробка добра. И у нас еще один портфельчик, мы ему ценник ставили, по-моему, 2000. 2500 вроде. 2500, вот еще 2500 у нас, такой же, был, да, уже у нас. О, смотри, а здесь что-то такое... мягкая, интересная, необычная. Распаковочный дуэль. Что это за фигня? Мне какие-то салфетки достались. Вот, смотри, уже видно, что хорошая подошва. Да, обычные кроссовки с Китая просто. Бона. Как обычные. Это, скорее всего, для мотокросса. Да? Вот, а у меня это, я не понимаю, что это, скорее всего... А, это, знаете, для крафта, это вырезать всякие красивые штучки, девочки любят. Ну, типа, как она, не войлок, а... Девичий войлок. Пусть будет так, я не знаю, он недорогой. Он недорогой, 300 рублей. Да. Кроссовки, ну, обувь, ну, давай по 1000 будем ставить. Ну, сейчас ты меньше 1000, наверное, уже не продают. Я бы больше спокойно, мне кажется, поставил. Конечно, как ты новые кроссовки купишь за косарь? Ну как это? Ну да. Тогда ставим 2000. 2000 кроссовки. 2000, ну уже более-менее, более реально. Слушай, если углубляться дальше вниз, там вот этих вот полпалеты. Давай их, короче, сейчас рассортируем и посмотрим, что там внутри. Потому что здесь вот этих штук очень много. Да, то есть мы сейчас это все разложим по направлениям и потом просто покажем зрителям, сколько штук. А то так ролик у нас на 2 часа выйдет. И мы целый день будем сортировать одну палету. А хватит же много, не так ли? Нам попался какой-то снюнь. Что такое? Оно большое и тяжелое. А что там может быть? Компьютер? Телек? Я думаю, что это люстра какая-нибудь. А, да что ты все омрачаешь? Нет, это не MacBook. Это пылесос. Да такой 20-ончик может стоить. Я своей девушке покупал от Xiaomi такой, он рублей 20 стоит, или может даже дороже. А я своей сказал, фиг тебе. Короче, нормально. Вот, смотрите, ребята, короче, целая коробка вот этих штук. И вот я их начал отсюда сортировать, но я понял, что в этом просто нет смысла, их тут больше всего. Давайте-ка узнаем, что же это такое, вот это бренчащее. Прям интересно стало. Ты хочешь сказать, что там они тоже лежат? Нет, тут всякое разное. Тут всякое разное еще. Ну, короче, поехали. Мне реально интересно, что вот это за штука. Их там две.
Да ну! А, офигеть! Это LED-оптика на тачку. Прикиньте, как они, ФСОшки. Сколько? 300 рублей она такая. Так это офигеть! В каждой упаковке 600 рублей. Джекпот! Просто джекпот! И причем товар-то реально ходовой. Пацаны их постоянно себе вешают, как ФСОшки там. Мы, короче, посчитали, это было сложно, но мы поняли, что вот здесь и вот здесь в этой коробке 66 штучек. Каждая содержит по две вот этих вот лампочки ФСОшки, и каждая из них по 300 рублей. То есть каждая по 600, и это 39 тысяч рублей. Во, любители 3D-печати сразу же узнают, что это за штуки. Это каждая из них, это килограмм пластика. Но здесь где-то они, я не знаю, если это некачественный китайский филамент, судя по всему, это он и есть, потому что никак не обозначен. Ну, белый цвет обычный, рублей 800. 800 на 3, 2 400. Вот мы их стараемся сейчас сортировать, но все равно отвлекаемся на какие-то странные штуки. Вот здесь прям что-то очень странное, совсем непонятное. Посмотрим. Странный. Опять кулинария, выпечка. Тут набор для выпечки просто. Ну, это фигня. Максимум рублей 500 стоит. Так, вот мы их тут распаковали, ну, точнее, рассортировали. И вот тут вот такая уникальная, единичная посылочка. Мы ее сейчас тоже разрежем. Просто такая красивая черная коробка. И такая блатная какая-то. Что-то там брянькает. О, краскопульт. Ну, только жалко, что коробка повреждена, но краскопульт блатной, слушай. Прям кайфовый. Вау, на быстро таком съеме, недешевом. Сюда вставляется, он должен быть в комплекте, наверное, куда краска заливается. Такая штука 1005 стоит минимум. Ну, хотя фиг ее знает, сколько она и в Китае стоит, но в магазинах такие по 5000, блин. Кстати говоря, краскопульты здесь у нас не в одном экземпляре, вот их здесь получается. Но это другого цвета, другого формата, но тем не менее их у нас тут вообще тоже. Они стоят по 3000 минимум, я думаю. Дальше едем, вообще кайф. Умные часы, их у нас тут 5 штучек, между прочим. Кому надо, пишите, не забывайте. Да, ребят, у нас вообще раздача алмазов на спавне, так что это пишите полным ходом. Такие вот нормальные, типа Apple Watch, кто не шарит, тот не отличит даже. Стопудово все рабочее, наверное, даже проверять не буду, потому что это все, ну, как вы поняли, новье. Дальше, что у тебя? И у меня здесь очень ценный, на самом деле, экземпляр. Посмотрите, какая неоновая лента. Угу. Вот такая. Самая, нет, на самом деле, вот этот товар прикольный. Это мы вот думали, что это такое, это оказалось. Как вы думаете, что? Вы думаете, это так в школу ходить, что ли? Нет, это у нас на велосипед накидка, чтобы на багажнике вы путешествуете. Еще посмотрите, на самом деле, очень много попалось у нас одежды. Это детские кофты. Сейчас я вам покажу. На самом деле, мне кажется, ну, потому что маленький, мне кажется, размер маленький. Это целый набор. Это набор, да. Нет. Ну, по плечам чуть-чуть отжать будет. Блин. Тут этих 14 наборов, и каждый по 500 рублей. Ну, давай по 600. Нет, давай. Так проще считать. Хоть что-то такое у нас интересненькое, красивое. А, тачка на пульте управления. Причем это прикольно, она там и по снегу, и по воде может, я видал такие. Но она 1003 стоит. Не, красивая. Ага. Вот, прикольно. Я нашел гирлянду. Ну, рублей 200 такая. Ребята, еще нашли 30 штук ФСОшек. Вот этих же самых. То есть 30 умножаем на 300 и получаем... Ой, на 600. На 600. Да, по 600. Получаем 18 тысяч. Еще 18. Офигеть. Чисто вот только вот с этими штуками, мне кажется, мы можем окупиться. Но сколько мы получили бабла в конце, вы узнаете в конце. Так. И мне вот нравятся такие кейсы. 1080p! Так, неужели это GoPro? Ну, судя по всему, это реально... Это дрон! Слышишь, это дрон! Прикол! Я думал, это какая-то экшн-камера. Ой, какой он легкий! Он просто невесомый! У нас были дроны раньше, ну, понятное дело, не такие. Но, слушай, прикол вообще! Сколько такое может стоить, а, главпочтамп? 2500, я вам говорю. Спокойно. Да, потому что он вроде наш крутой, как будто вот. Ну, это игрушка, да, конечно, это игрушка. Ну, слушай, кому-то потренироваться, например, вот тут камера. Что-то опять шмотку. Я шмотку нашел, наконец-то, хоть что-нибудь. Посмотрим.
О, прикольно, на самом деле. Какой? Бум-тайм? Бум-тайм. Бунтарь. Ну, женская, да? Или, ну... Просто стрёмная. Еще вот тут ништячков. У меня вся надежда вдруг нормально. Ходовой товарчик от какого-то этого, от Realme. Очень много вот этих, как они, защита на стекло. Вот со всеми приколюшками, чтобы носить. Вот. Realme 5 Pro. Вот, то есть такая защита на стекло. И их тут целая-целая куча. Их прям очень много. Тут их тысяч на 5. Ну вот, допустим, такие вот наушнички, тоже беспроводные, хорошего. Наверное, уже и Bluetooth здесь 5.0, уже самый последний, поэтому быстро продастся. А я нашел эту урну для праха. Маски. Вот такая зубная щетка. Косарь по-любому стоит. Их там... Несколько штук таких, вот, по-моему, 3 их таких видел в коробке. Вот, короче, осталась у нас из этой палеты последняя коробка. Она состоит вот из каких-то аксессуаров для тачки в основном. В принципе, такая самая скучная коробка, я бы сказал. Вот тут, ну, для тачек крепление, короче, в основном. Только вот что-то там я видел такое яркое. Во! Что это такое? Я единственная такая, она в пупырку запакована, да? Что-то интересное тут, необычно. О, какой-то девайс. Что это такое? Ого, кнопочка какая-то. Какой-то дельфинчик, рыбка. Ого. Что такая приятная на ощупь. Может, это зубы чистить? Зубная щетка, типа, думаешь? Может, ну. Ребят, напишите в комментариях, если знаете, что такое. Ну, мы пока думаем, что это зубная щетка. А что, она на пульте управления, что ли, зубная щетка? Ну, может, кто не хочет. О, в натуре зубная щетка. Приятно, слушай, вообще кайф. А что вы угораете-то, я не понимаю. Она, это удобно, да? Вот так вот ставил, бро. О, выключилась. А что угораете, я не понимаю? Не знаю, почему это смешно. Все, уже не продать. Вот эта вот коробка мне нравится. Я уже какую распаковываю. Наушники, переходник именно на этот, как и MacBook они идут в основном. Электрон... О, это же типа AirPods, если вообще с кайфом. Никто не отличит. Кому такие надо, пишите. Вот еще такие наушники. Apple. Тут даже они не запакованные. О, вот это вот тоже интересно на самом деле. Вот их много, их ништяк вообще. Прикольно. Реально их. Ха, в натуре их тут полным-полно. Офигеть, просто круто. Нормально. Мне, значит, коробка с зубными щетками, а тебе с электроникой. Ну ладно. Вот нашел, мне очень интересно, что. Палетка. Палетка. Нормально. Нет, взрослая. Ой, она раскрошилась, блин, немножко. Ну ладно. Ну тебе пойдет. Ну, типа она такая. Хорошая? Ну я не знаю, она уже раскрошена, ее считать не будем. Ребят, мы потратили целый день на то, чтобы распаковать эту палету. Посмотрите, у нас столько всякого стафа здесь лежит. Все распаковали, отсортировали и примерно померили, сколько это может стоить по низу рынка. Без учета зубной щетки, потому что никто ее не нужна никому. Так вот, мы посчитали то, что здесь вышло на 350 где-то тысяч. 345, 350 тысяч. 350 тысяч рублей. С учетом щетки зубной, 350 тысяч рублей. Ребята, короче, прикиньте, это по низу рынка. По факту можно это все продать, я думаю, на пол ляма. И с учетом того, что мы купили это за 150 тысяч рублей, это окуп больше, чем в 3 раза. Ё-моё. На такой позитивной новости я еще хочу... В 2? Почему? 150 по 3 помещается. 150 на 3 это 450. Ну, а я говорю, что все это может за 500 продать спокойно.
Спокойно, причем вообще спокойно. Ну да. Кстати говоря, если хотите больше распаковок и больше интересного подобного контента, обязательно переходите на канал Паши, подписывайтесь, и там у него будет розыгрыш. Вот этого пылесоса. Пылесос разыграем, и я еще хочу, в общем, пылесос разыграем, скорее всего. Да нет, пылесос 100%. Еще соберем коробку всякого разного, таких прикольных товаров, которые, ну, нужны людям. Наушники. Самого ценного, интересного. Наушники, зубную щетку разыграем, этот, как его еще, термоса, вот всякое разное, в общем. Переходите, очень много интересного контента у меня на канале будет, поэтому на связи, я вас всех жду. С вами был я, Вячеслав Смылов, или же Вия. Мы с вами увидимся совсем скоро, и с Пашей мы тоже увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока! Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.